Сядьте поудобнее у телевизора, потому что сейчас будем расслабляться во всех смыслах этого слова. Но, Ксюш, нужно ответить только на один вопрос. Что будет, если природа, творчество и современные технологии сойдутся воедино? Подожди, я прочитаю твои мысли. Все правильно ты думаешь. Откроется портал в безграничное пространство с безграничными исследованиями. Дело в том, что, друзья, с 28 по 30 июля под Петербургом пройдет событие новой формации. Фестиваль неоэтнической и электронной музыки, искусства и саморазвития «Этноскоп», объединяющий форматы трехдневного ретрита и масштабного опен-эйра. У нас в гостях участник фестиваля и музыкант Илья Ким. Доброе утро. Доброе утро. И Алиса Хакимова, креативный продюсер фестиваля. Вам тоже говорим доброе утро. Рады видеть в нашей студии. Вот все мы знаем, что такое этническая музыка, да? Вот, но как вот появилась приставка «нео»? А в чем фундаментальная разница между «нео», «этно» и «этно»? Конечно, нео — это всегда про современное, про что-то новое. И неоэтническая музыка — это переосмысление этники, того фольклора, тех архаичных образов и музыки, которые мы чаще всего слышим, mm-hmm. когда обращаемся к этносу и народу. К истокам, скажем. Да, к истокам. Вот. А в нашем случае, конечно, это современное звучание, современные технологии, которые подключаются к музыке, и мы слышим какие-то новые, совершенно интересные вариации, и ходы, и мелодии. Илья, ну вот вы все-таки музыкант. Вот смотрите, атмосфера расслабления. Все, казалось бы, расслабляются, отдыхают. Скажите, но вот когда вы исполняете, вы же все равно немножечко напрягаетесь? Или вот попадаете в какой-то вот такой вот мир медитации, что совершенно не чувствуете себя как выступающего артиста? И отрываетесь от земли. Там ходишь в некий транс, когда исполняешь. И, соответственно, становится легче, ни о чем не думаешь. Вот. И, ну, в потоке все очень легко и просто проходит. А заранее продумываете какой-то репертуар, или это все такой процесс, что называется, полностью импровизация? Ну, чаще всего это импровизация. Конечно, бывает, когда уже есть какая-то форма у трека, но вот этника — это чаще про импровизацию. А уже в процессе как бы... Про потоковость, когда новые люди приходят, объединяемся, что-то новое создаем. Ну, вот у нас есть музыкальный инструмент, мы вас пригласим чуть позже продемонстрировать как раз-таки вот этот вот поток творчества, который в вас вселяется во время медитации. Ну, вот, кстати, помимо музыки, на фестивале же будет еще программа расслабления, ретрита. Расскажите, как это будет сейчас? Она как-то еще завязана с выступлениями артистов? Да, конечно. Это вообще у нас трансформационный фестиваль. Mm-hmm. Мы говорим о том, что, приезжая к нам, это правда, ты касаешься различных практик. То есть, если ты никогда не практиковал, ты можешь mm-hmm. попробовать это там. Но если ты уже достаточно продвинутый, то тебе будет очень интересно, в том числе, потому что там очень крутые мастера собраны. И на этой программе ретрита с самого утра до вечера у нас проходят нон-стоп практики. У тебя есть возможность на нескольких локациях посетить и йогу, и саунд-хиллинг, и ом-чантинг, и гвоздистояние, и еще очень много различных практик. Да. По стеклу, наверное, еще будут ходить люди. Нет, но есть, будет углехождение, но я хочу сказать сразу, что все практики очень бережные. И мастера, у них такой подход, то есть это не про то, чтобы... Конечно, не то, чтобы тебя как-то вывести из равновесия, наоборот, собрать и раскрыть какой-то внутренний потенциал. Но честно, я вот скажу, Алиса, я вообще неопытный пользователь. Вот из того, что вы перечислили, я знаю только гвозди стояния, и то потому, что знаю, что такое гвозди, и догадываюсь о том, что, в принципе, наверное, это стояние на гвоздях. Вот с чего начать? Как сделать первый шаг вот в это все? Ну, приехать и попробовать, конечно же. Благо, у нас есть множество интернет-ресурсов для того, чтобы можно заранее познакомиться, при тем, как отправиться на природу. Главное решиться, Вась, просто решиться. Все остальное, я думаю, конечно, будет получаться. Да. А скажите, пожалуйста, вот ожидается выступление Сати Казановой, которая, насколько нам известно, полностью сменила свой имидж после ухода из популярной группы. А что будет представлять ее выступление? Приоткройте немножко такое. Мне очень... Такие очень действительно потоковые и наполняющие пространство, вообще невероятной такой энергетикой выступления. Она сама всегда это с одной стороны перформанс и переосмысление индусского, арабского, кавказского, славянского фольклора и современное звучание она придает всему этому, что для нас какая бы ни звучала в этот момент, какой бы ни звучал текст, понятный нам или непонятный, музыка, она прям очень здорово наполняет. Алиса, а вот можно ли за короткие выходные, 3 дня будет проходить фестиваль, вот действительно расслабиться, вот полностью перезагрузиться, что называется?
Можно сделать это вообще за первый час практики. Просто прийти и уже полностью перезагрузиться. Вот это интересно. Но у нас такой возможности нет, но несколько минут расслабления и перезагрузки мы нашим зрителям сейчас обязательно подарим. Обязательно должны подарить. Илья, мы вас просим. Приглашаем вас к вашим музыкальным инструментам. Расскажите, что это будет за практика и что мы должны со зрителями, может быть, сделать, чтобы действительно перезагрузить. Так отодвинуть, или просто будем слушать и наслаждаться. Да, можно на самом деле просто слушать, наслаждаться. Здесь я специально сделал такое немножко в коротком режиме, где можно будет и подвигаться, и помедитировать. Так, ну, поехали. Мы готовы. Я еще где-то далеко. Подождите, сейчас приземлюсь. Илья Ким, спасибо огромное. Очень здорово, правда, да, честно. Да, Алиса Хакимова были в нашем эфире. Большое вам спасибо, друзья.